Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс», авторы Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 825. В коробке лежат 3 зеленых и 6 синих шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вынуть наугад, чтобы вероятность того, что среди вынутых шаров хотя бы один окажется зеленого цвета, равна была единице? Итак, событие А у нас. Один из К вынутых шаров зеленый. И вероятность этого события равна единице. Нужно найти количество вынутых шаров. Ну и для начала мы с вами посмотрим наоборот. Когда вероятность события А равно нулю. Вероятность этого события, что ни один из вынутых шаров не является зеленым, если мы вынули только синие шары. Если вынуты только синие шары. А синих шаров у нас 6. Значит, если мы вынем больше, чем 6 шаров, то наверняка один из шаров будет зеленый, потому что максимальное количество синих шаров 6. Если мы вынем еще один, то этот один шар окажется зеленым. Это самый неблагоприятный вариант. Вынимаем 7 шаров, 6 из них синий, но один все равно будет зеленый. Так как у нас синих шаров 6, то нужно вынуть 7 шаров. Можно написать только равно 7. Все, можем записать ответ. Нас спросили, какое наименьшее количество шаров нужно вынуть наугад. Нужно вынуть 7 шаров. Тогда среди них обязательно окажется один зеленый шар. И тогда событие А будет иметь вероятность равную единице. Запишем ответ. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.